В нашей стране запустили всероссийский просветительский проект «Достижения.рф». Это самый масштабный проект о достижениях современной России. На информационном ресурсе собраны наиболее значимые результаты и рекорды в различных областях – науки, промышленности, образования, здравоохранения и других сферах жизни общества. В том числе, конечно, и достижения Мурманской области. Им посвящен отдельный раздел, в котором организовано интерактивное голосование за самые важные, по мнению жителей каждого конкретного региона, объекты, открытия или научные разработки. На данный момент на портале представлен топ-100 достижений общероссийского масштаба и более 900 региональных проектов. Работа над списком продолжается, данные обновляются в режиме реального времени. В рамках проекта будет организован конкурс любительских видеороликов. Жители страны презентуют достижения своего региона, которыми они гордятся.